Анонс и точь до выхода 7 серии нового сериала «Мама будет против». 7 серия сериала выйдет на канале СТС 14 ноября. Ранее в сериале мы увидели, как после того, как Николай предложил свою руку и сердце Наташе, естественно, он получил отказ. Однако он не сдается и продолжает попытки заполучить расположение девушки, чтобы наладить отношения с ее матерью. Даня предлагает попробовать убедить Тамару Игоревну, которая проявляет несговорчивость через посредничество Сергея Геннадьевича. Николай предложил Наташе устроить романтическое свидание на складе. Однако Тамара Игоревна неодобрительно отнеслась к этой идее. 7 серия сериала выйдет на канале СТС 14 ноября. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.